до той остановки бы как-нибудь дойти. До той. Давай, а, не, поворачивай, слышишь? А, поворачивай. Так, может, посидим еще? Пусть я прогуляться хотела. Да, ну, не, подожди, я просто, докуда он доедет? Маш, М1, я не знаю. Ну, давай, садимся еще. Я что-то думал. Ряд. Или как мы тут? Ну, ты ленивый такой, ну, давай пройдемся, ну, потом подожди. На наш автобус. Не, ну, подожди, докуда он дойдет? Ну, посмотри. Не, не, садимся. Все, садимся. Не, я-то думал, он прямо пойдет. Ни хрена. Такие узкие улочки здесь итальянские. Подъезжаем к Триесту. Какой-то праздник, флаги какие-то тут повесили. Очень стильно все, такие дворики ухоженные и все такое. В общем, ну, нормально так здесь красиво все сделано. Настроение у нас улучшается. Да? Тусим дальше. Спасибо большое. Как вас зовут? Иван. У меня вообще Ваня. Вообще мне все рассказывает, все хорошо. Так что попробуйте. Я... Боже, как я давно не курила колен. Это так классно. Да успокойся. Хорошо. Ваня, это очень круто. Спасибо большое. Пожалуйста. Ребята, у меня кальян. Так, волосы вы просили, я распустила. Потеряла чат. Читаю дальше. Так, ну что, ребята, вот такой вот у нас ужин. Скромный. Рыбка, тунец, кальмары. Вот, лангустин какой-то, не знаю, тут поджарили. Вот это бомба просто вообще. Я даже не знаю, что это. Это кальмар? Кальмар. Но так они его вкусно поджарили. Он такой, знаете, смотри, с корочкой такой. А это у тебя шарик тоже кальмар? Да. Или это медуза? Она Виктория тут, да? Викторовна заказала, что у нас, курочку на гриле, да? Да, но она какая-то чуть тут поджаристая малость. Вообще просто такая бомба. И овощи гриль. Ну вот салат, я как всегда переперчил. Вот, Виктория Викторовна мне тут ставила люлей. Но да, это тебе лимон, мне не надо. Очень вкусно, ребята. Итальянская кухня просто best. Вообще.